И сказал Иисус ученикам своим: через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во дворе первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Один из 12 апостолов, Иуда Симонов Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его. Они же, услышав, обрадовались и предложили ему 30 серебряников. С того времени Иуда стал искать удобного случая тайно выдать им Иисуса. Летом под римским палящим солнцем трудно преодолевать пешком расстояние огромного вечного города. Но молодой художник не замечает ни жары, ни усталости. В который раз он с трудом отрывает восхищенный взор от статуи Моисея. И бредет дальше, к Сикстинской капелле, с новой силой чувствуя и понимая, что когда-то великий Микеланджело достиг недосягаемого. Ему нельзя даже подражать, после него надо все начинать сначала. Его мысль, дух творчества независим. Его сотворение человека. Его страшный суд подавляют величием и силой. И вот он, маленький, растерянный человек, до головокружения долго смотрит на Сикстинский плафон, а на него сверху бесстрастно взирают пророки и как будто сурово вопрошают: ну а что же ты можешь, русский художник Николай Ге? Найдешь ли ты когда-нибудь свою мысль, свое чувство в вечном и истинном? И когда наступил праздник Пасхи, сказал Иисус Петру и Иоанну: пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же спросили его: где велишь нам приготовить? Иисус ответил: при входе вашем в город встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, там приготовьте. Вспомнился один из тех удивительных дней, когда происходят самые долгожданные и волнующие встречи. В тот день Николай Ге был счастлив. Он успел увидеть эту картину в Риме и познакомиться с Ивановым перед самым его отъездом в Россию. Художник понял тогда, как это мало познать тайну совершенной формы. Лишь с болью пережив и осмыслив сердцем во всей полноте тысячелетний сюжет, Александр Иванов смог стать независимым и неповторимым. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду больше есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв хлеб и благословив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается.
сие творите в мое воспоминание. И, взяв чашу вина и благословив, подал и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Печально разглядывает Николай Ге свои этюды и пейзажи. Кажется, что природа на его холстах взволнована и одушевлена, но все это лишь поиск. Те же немногие работы, которые он писал сразу по приезде в Италию, раскрыли полную его несостоятельность и зависимость, и он прекрасно это видит. Тут влияние Карла Брюллова. Там откровенное подражание Иванову. Где уж мечтать о взлетах Микеланджело и Леонардо? Иисус печально посмотрел на хорошо знакомые ему лица 12 учеников и сказал: истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Ученики начали недоуменно озираться, недоумевая, о ком он говорит, и стали спрашивать каждый из них: не я ли, Господи? Столько раз он читал Евангелие, и только теперь вдруг явственно увидел этот трагический миг. Отчаявшись, он нашел там, где и не искал. Теперь он будет работать дни и ночи напролет. Один же из учеников Иисуса, Иоанн, которого любил он, возлежал у груди его. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит учитель. Тогда Иоанн тихо спросил: Господи, кто это? Иисус ответил: тот, кому я, обмакнув, кусок хлеба подам. Его тайная вечеря – это не смятение, как у Андреа Дальсарто, и не сомнение, как у Леонардо. Нет, это будет самый роковой момент, когда события разворачиваются стремительно, когда все откровенно и не остается никаких вопросов. Мерцание маленького светильника отбрасывает тревожные тени на низкий потолок и стены убогой комнаты. Около стола, на простом ложе по римскому обычаю, возлежит Христос. Лицо Спасителя печально. Присем и Иуда, предающий его, спросил: не я ли, Рави? Иисус ответил: ты сказал. И, взяв кусок хлеба и обмакнув, подал Иуде Симонову Искариоту и сказал: что делаешь, делай скорее. Ропот непонимания и волнения пронесся среди апостолов. Недоумевая, пораженный дерзостью Иуды, поднялся Иоанн. Негодуя, вскочил Петр. Один Христос понимает, что происходит в душе изменника. Дьявол мщения, но не корыстолюбие, вошел в его сердце. Иисус знает, когда утихнет в Иуде этот горячий порыв и заговорит голос прежней чистой совести, он не вынесет содеянного и погибнет. Итак, Иуда покидает его,
другой вскоре в эту ночь отречется, и все разбегутся. Но Иисус уже готов испить свою чашу и не хочет, хотя и мог бы, остановить предательство. И да сбудутся писания пророков. Занимался рассвет обычного летнего дня 1863 года, и мир еще не ведал о том, что здесь, в прекрасной Флоренции, только что было создано еще одно бессмертное творение. Бог открывает путь к вечности тем, кто не боится огня истины, поглощающего жизнь, но очищающего душу.